Однажды в Египте они нашли такое помещение с глиняной табличкой, на которой было написано «Аптека для души». Представляете, ребята, вот так в древнем мире называли библиотеку. Экскурсия началась с холла центральной Видновской библиотеки. Воспитанники старшей группы детского сада номер 9 «Солнышко» узнали много нового о книгах и библиотеках мира, а также о новогодних традициях и самом главном персонаже Нового года – Дедушке Морозе. Ребятам не терпелось разглядеть поближе большую фигуру главного новогоднего персонажа и экспонаты выставки «Новогодний талисман», сделанные учениками детских садов и школ Ленинского района. Затем дошколята поиграли в игру «Верю-не верю». Им предстояло отгадать, какие факты о животных правда, а какие вымысел. Дельфины спят с одним открытым глазом. Правда или неправда? Нет. Так, кто верит? Ручки поднимаем. Так, верю. Почти никто не верит. А представляете, на самом деле дельфины действительно спят с одним открытым глазом. Главный библиотекарь Наталья Иванова также познакомила ребят с самыми основными предметами быта и одежды наших предков и рассказала, как и зачем их использовали хозяйки на Руси. Раньше на Руси не было вот таких вот красивых, да, ботинок, как у вас. Вот лапки. Но была, да, молодец. Но была вот такая обувь, которую крестьяне делали сами. После ребята отправились в главное помещение любой библиотеки – абонентский зал. Дети узнали о том, как появляются книги. Для многих дошколят стало настоящим открытием, что над созданием каждого экземпляра трудится целый штат специалистов – наборщики, иллюстраторы, редакторы, корректоры и верстальщики. Сотрудник библиотеки рассказал ребятам множество интересных фактов из жизни животных, которые можно узнать из книг. Ведь не зря именно книгу называют главным источником знаний. Это уже такое стало доброй традицией начинать, опять же, повторюсь, свое знакомство с книгой, с библиотекой, именно с экскурсии. Наша задача как библиотекарей заинтересовать, сделать так, чтобы дети хотели вернуться. В конце экскурсии ребят пригласили оформить читательские билеты и рассказали, как это сделать. А после показали новогодний мультфильм. Мероприятие получилось очень разнообразным и насыщенным. Многие дошколята твердо решили прийти сюда уже вместе с родителями, чтобы записаться в библиотеку. Мне больше всего понравились загадки и посмотреть мультик. В библиотеку еще придешь? Да, приду завтра. Мне больше понравилось смотреть на игрушек. И играть с гидом. Выставка была крутая. В нашем современном мире дети, ну, все меньше и меньше видят дома книги. В основном, даже если читают, то читают им какие-то сказки с телефонов, с каких-то гаджетов. Вот. А что такое книга, может быть, многие уже и не знают. Дети заинтересованы, очень внимательно слушали. Сотрудники библиотеки уверены, даже в наш век нанотехнологий и всеобщей компьютеризации такие аптеки для души, как библиотека, актуальны и востребованы. Главное – правильно начать с ней знакомство. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.